В начале этого года Роман Костомаров столкнулся с жизненной трудностью, которая стала точкой разделения его жизни на «до» и «после». В январе он серьезно заболел и был госпитализирован. Благодаря усилиям медицинского персонала его жизнь была спасена, однако в ходе лечения пришлось принять решение об ампутации конечностей этого олимпийского чемпиона. В настоящее время Костомаров находится на пути к выздоровлению и готовится к процедуре протезирования. Данную информацию опубликовал новостной портал 7dnei.ru. Близкие друзья и родственники проявляют единство и поддержку в помощи Роману Костомарову в преодолении этой трагедии. Огромное количество писем со словами поддержки приходит от миллионов россиян. В своих посланиях спортсмену желают скорейшего выздоровления и крепкого здоровья. Однако появились люди, которые не только не выражают пожелания спортсмену скорейшего выздоровления, но и явно насмехаются над его страданиями. Недавно публично высмеяли Романа Костомарова, который стал инвалидом после тяжелой болезни. В своих злобных высказываниях унизили фигуриста, утверждая, что он стоит в очереди на протезирование ватными ногами, березовыми пеньками, и насмешливо заявили, что теперь он будет отталкиваться от асфальта утюжками. Яна Поплавская выразила свой шокированный настрой в связи с нападениями и оскорблениями, которым подвергается Роман Костомаров, находящийся в тяжелом состоянии. Актриса выразила свое негодование и недоумение по поводу такого жестокого обращения с человеком, нуждающимся в поддержке и сострадании.